Вот расскажите мне, когда, я всегда такой вопрос задаю, когда вы последний раз были в Запорожье, то есть в своем родном городе? Я был 3 года назад. Угу. Повод был печальный, у меня умирала бабушка. Угу. И вот, собственно, тогда я и приехал, после того я не приезжал. Угу. То есть я все время маму вызываю к себе в Москву. Она не хочет переезжать? Ну, там у меня вся семья, и там сестра, и мама, и племянница. И, в общем, конечно, в таком возрасте очень сложно менять вообще геолокацию. А сестра старшая, младшая? Старшая. Старшая, как зовут? Екатерина. Ага, чем занимается? Она тоже повар, как мама. А, да, я же читал, что мама, да, вас рассказывала. Да, у нас почему-то такой семейный подряд. А скажите, а вот у вас же и, наверное, не только семья, но и друзья остались, да, в Запорожье? Да. Вы как-то обсуждаете вот нынешнюю всю эту ситуацию, которая сейчас происходит между... Стараемся не обсуждать это. Почему? И... Потому что, вы знаете, у людей... Кардинально почему-то всегда разные мнения. Одни, очень разные, да. Да, одни верят той информации, другие приверженцы этой информации. И... У вас же как раз уникальная ситуация. Вы же можете сравнивать информацию оттуда и информацию, которая... К счастью для себя, я особо не вникаю вообще ни в какую информацию. Угу. И стараюсь не делать никаких выводов, потому что я знаю, что и там, и везде что-то где-то недоговаривают, что-то где-то приукрашают, и все равно всю правду на самом деле никто никогда не узнает. Угу. Знают только первые лица какие-то. Ну да. Это информационная война, прежде всего. Идет какие-то колоссальные давления с той, с другой стороны на массы. Мне это не очень нравится, когда на массы влияют подобным способом, mm-hmm. в агрессивной форме, mm-hmm. когда выливается это все в войну. Mm-hmm. Это все... Ну, а артистам сложнее. Вы же не можете выступать только в московских клубах. Если вас куда-то пригласят, вы должны принимать решение, поедете вы там, поедете вы в Одессу там, или не поедете, поедете вы в Крым. И там, если позовут, или не поедете. Вы же должны это держать в голове или нет? Или вы вас пригласят, и вы поедете, и не будете... Ну, все по обстоятельствам, угу. знаете. То есть я вообще крайне, скажем так, редко когда вообще вникаю. То есть если меня ждут где-то, я туда еду. Угу. Для меня это показатель, как бы, потому что мне вообще, в принципе, я редко выступаю. Я крайне редко даю согласие на какие-то такие выступления. Да, сейчас просто даже в минус мне идет по материальным планам. Но я очень настойчив в плане райдера, в плане каких-то... кто не знает, что такое райдер, это да, там, объясните, кто что не знает. Это набор некоторых условий. Условий, да, по звуку, по музыкантам. Угу. И я, конечно же, чаще всего... отказываюсь, потому что люди не могут предоставить те или иные условия. Но если они делают это, и для меня это большой показатель, что люди идут на мои условия, и что меня очень ждут. Вот мне сказала ваша редактор, что меня ждали очень на эту передачу. Меня это очень, очень подкупает, мне это нравится. То есть я давно для себя сделал вывод, что если тебя где-то ждут, и ждут очень долго, и то стоит туда идти, а не просто так. То есть я не хочу быть какой-то разменной серой массой. Для меня это хуже. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».